Меня зовут Жюльен Манье. Я давно понял, что обречен на одиночество. Конечно, вы скажете, что за глупости. Надеж. Я как черная кошка, всем своим девушкам приношу несчастье. Патрисия. Привет, Алис, это я. Убирайся, не подходи ко мне! Алис. У нее аллергия на твою слюну. Кажется, она сказала, не хочу тебя видеть. Одри. Постепенно я смирился со своей судьбой. Но однажды... Разве часто такие, как я, встречают таких, как она? Я вас ищу повсюду. Правда? Я угощаю. Ненавижу проигрывать. Отлично! Я не люблю легких побед! Неужели и с ней все закончится так же? Осторожно! Берегись! Я подумал, он метит тебе в шею. Ничего, бывает. Ну да. Если не бросишь меня, ты в опасности. Ты же знаешь, что я не верю во всю эту чепуху. Вы мне поможете в создании этого электромобиля. Встреча завтра утром. Не смейте опаздывать. Неужели я упущу главный шанс в моей жизни? Поддержите меня. Эта амбициозная особа случайно не на вас работает? Нет. И давно у тебя началась черная полоса? С тех пор, как она встретила этого. На что вы готовы пойти? У меня есть предложение по поводу дизайна... Ради большой любви. Нет, только не это. На этот раз хватит, все кончено. Мне снова везет. Жюльен, что ты здесь делаешь? Все прошло, я больше не проклят. Ну чем ты мне это докажешь? Вот чем. Любовь с риском для жизни. Фильм Николя Кюша. Ничего. И ничего. И ничего. А что? У вас нет аллергии на устриц? С утра не было. Скоро на экранах.